Всем привет! С вами Маковская Анастасия, и это Oil Times TV. И сегодня мы берем интервью у одной из участниц шоу-конкурса «Королева нефти». Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Мария, я студентка второго курса Института нефти и газа, кафедры топливообеспечения и горюче-смазочные материалы. Мария, чем ты увлекаешься? С самого детства я очень активный ребенок, которому абсолютно все интересно. В школе я активно занималась спортом, это волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Также я очень люблю заниматься общественной деятельностью, помогать людям, давать им какие-то различные советы, организовывать мероприятия. И самое мое любимое увлечение на данный момент – это стрельба. Кто 12 декабря придет тебя поддержать? На самом деле у меня очень большая группа поддержки. Это мои любимые друзья, знакомые, одногруппники, мои первокурсники дорогие, которых я всех очень люблю. К сожалению, моя семья находится далеко, и поэтому нет возможности приехать. Но приедет моя сестра, которая также позвала своих друзей очень хороших, которые обещали нарисовать очень классные плакаты, кричалки и так далее. Я очень жду и надеюсь на их помощь. Готова ли ты к конкурсу? Конечно, не на 100%, сейчас идет полный процесс подготовки, но уже есть основа, уже есть фундамент, уже есть какие-то оригинальные идеи и задумки, которые мы сейчас воплощаем. Спасибо, Маша, желаю тебе удачи и, конечно, победы. Спасибо большое. Вот мы познакомились с Марией, а впереди вас ждут новые знакомства с очаровательными участницами. Оставайтесь с нами на канале Oil Times TV.